С 19 июля в Подмосковье смягчены антиковидные меры. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Глава региона сообщил о стабилизации роста заболеваемости COVID-19. Ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования отменены. Больше не требуется обязательное предъявление QR-кода при посещении предприятий общепита, детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, ночных клубов и дискотек, а также при использовании инфраструктуры городских парков культуры и отдыха.